Сегодня наш мобильный репортер стал свидетелем традиционного мероприятия, которое проходит в канун Дня защитника Отечества. Сотрудницы госавтоинспекции с милыми улыбками на лице встречали на дороге водителей и вместе со студентами колледжа Московия поздравляли с наступающим праздником 23 февраля, вручая поздравительные открытки, сувениры и световозвращающие жилеты. Рейд прошел около пожарной части. Водители не ожидали, что, останавливаясь по требованию сотрудников ГИБДД, услышат в свой адрес только поздравления и пожелания безопасной дороги.